Творческие проекты «Арт Квадрат» и «Планет ФМ» представляют районный фестиваль молодежного творчества. Мы начинаем! В этом году наш фестиваль особенный. Он посвящен году педагога и наставника. И давайте сейчас подарим всю мощь наших аплодисментов всем наставникам и педагогам за их благодарный труд. Друзья, сегодня вас ждет мощный накал страстей, яркие эмоции, энергия и драйв. И все это подарят вам наши участники. В нашем фестивале представлено 12 номинаций в трех творческих направлениях. Это ритмы Приангарии, гип-хоп-линия и рок от Сибири. За право стать лучшими будут бороться коллективы и солисты из 14 территорий Богучанского района. По итогу выступлений в каждой номинации будут определены участники, занявшие первые, вторые и третьи места. Ну что ж, друзья, перед всеми участниками, давайте еще раз мы поаплодируем ведущему, который запинается. Перед вами участники, которым доверили выступать на сегодняшнем фестивале. А вот зрители, которые пришли сегодня в зал, им доверили поддерживать и аплодировать. В этом зале еще есть люди, которые будут оценивать практически все, что происходит на этой сцене. А практически, потому что вы оцениваете конкурсную программу, а ведущего и все его косяки уже оценят совершенно другие люди. Итак, кто же у нас сегодня в жюри? Приготовили ваши аплодисменты. Она знакома со всеми молодежными направлениями и субкультурами. Директор Центра социализации и досуга молодежи села Богучане. За вкус, стиль и красоту сегодня отвечает наша гостья из села Богучаны. А педагог и руководитель студии «Магия творчества» Виктория Галина Касникова. Петь как дышать. Если вы еще не стали участником ее музыкального онлайн-марафона, вы многое упустили. Практикующий тренер по вокалу, талантливая певица, очаровательная Светлана Юхина. Сегодня он ждет от участников живого звука и живых эмоций. Человек-праздник, человек-песня, человек-творчество. И все это он, руководитель музыкальной студии «Поющий город», поселок Таежный, Александр Шахтарев.
Человек, который знает, как нужно флексить, и против паров лить с коллегами, потому что он на одной волне с молодежью. Начальник управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Бакаченского района Игорь Андреевич Грищенко! Впервые на фестивале, впервые в этом зале, впервые в Чудо-Яре! Время первых открытий сегодня для нашего гостя из города Красноярск. Руководитель народного ансамбля «Раздолье» Сибирского федерального университета, старший преподаватель кафедры хореографического искусства Института искусств имени Дмитрия Хворостовского Евгений Александрович Смолин. И, наконец, человек, который бесконечно влюблен в наш фестиваль. Председатель жюри, директор районного дома культуры «Янтарь» Владимир Александрович Смолин. Ну что же, мы готовы, мы всех представили, и ничего нам не мешает начать. Остается только одно. Давайте пожелаем нашим участникам удачи! За моей спиной. А, дорогие зрители, уважаемые члены жюри, на вручении нашего фестиваля будут играть несколько треков, под которые вы должны хлопать. Давайте сейчас послушаем этот трек. Сначала просто послушаем, мы поймем, где нужно хлопать, а потом все вместе будем аплодировать под него. Итак, готовы? Так, нет, мне это не нравится, это не подходит. У нас фестиваль молодежного творчества. Мы молодые, мы крутые, мы энергичные, и не важно, сколько вам лет. Мы готовы? Отлично, давайте нашу хлопалку. Давайте послушаем. Итак, члены жюри уже схватили, они все понимают. Так, Игорь Андреевич, будете руководить сегодня процессом хлопалки, вы ответственны за хлопалку. Все, обязательно после мероприятия я подойду и выясню, кто где не хлопал. Записывайте. Итак, уважаемые зрители, готовы? Слышали хлопки во время песни? Соло на гитаре? Круто. Давайте еще раз хлопалку, погнали! Да, можем просто хлопать! Ну ничего, фестиваль длинный, есть время научиться. Я думаю, вы уже все готовы, разогрели ваши ладоши. Полностью сами разогрели, чтобы кричать и поддерживать. И мы начинаем с живого звука. Итак, номинация «Инструментальный и вокально-инструментальный номер» и рок-музыка. На сцене музыкальная студия «Так на так» с песней из репертуара группы «Кино». Место для шага вперед. Руководитель Илья Рибанов, село Бакучаны. Номинация «Рок-музыка». Возрастная категория 14-18 лет. Громкие аплодисменты! Здравствуйте! We'll be right back.
номер и композиция «Дорога». Смотрим, слушаем и, конечно же, поддерживаем!
соскучился. В исполнении Big Show Studio. Село Карабуна. Возрастная категория 19-35 лет. Ваши аплодисменты! Thank you.
Thank you.
Ваши аплодисменты, Артем Митяев! Привет, зрители! Не забываем дружно поддерживать всех выступающих. Приготовьтесь встречать. На сцене музыкальная группа NZ. Сегодня с песней... «Сегодня они пойдут». Номинация «Вокально-инструментальный номер». Возрастная категория 14-18 лет. Аплодисменты! Пока я еще жив, я так устал делить людей.